Привет, 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 мои любимые! В этом видео я покажу вам баг, связанный с двумя героями. Это Акс и Некар. Возможно, есть и другие герои, я пока не нашел. И Блэдмейл. Суть бага в том, что если мы просто, да, там, ультуем в Бэдмэл, мы получаем урон в обратку. Это правильно. Но, если мы ультуем в Бэдмэл и враг умирает, мы урон не получаем. То есть, Бэдмэл не работает. Давайте я вам это продемонстрирую. Правильно, правильно. А наш подопытный, подопытная крыса, это Тудж. Пухляк. Он юзает Блэдмейл. И сначала давайте мы продамажим его. Вот, чтобы ульта работала хорошо у Некра. Юзает Блэдмейл, я ультую. Сейчас я получу урон. Вы видите, да? Я получил урон от своего ультимейта. Но, если мы убьем сейчас его под ультимейта, мы урон не получаем. Видите, я урон вообще никого не получил. Это банк. Недоработка. То же самое и с Аксом, да, то же самое и с Аксом. А, возможно, помните, я еще укладывал фишку или баг про Акса и Блатсикера, да, это, возможно, от этого все и идет. Как-то это связано. Акс, то есть, если мы юзаем будет Акс ультует, видите, он получает урон в ответ. И сейчас могу один раз ударить, да, по-моему? Нет, не смог. Вот, я сейчас его убил, урон не получил. То есть, работает точно так же, как, и у Некра. Ты можешь подумать, типа, вот он не получает урон, потому что он наносит последний удар, типа, враг умирает и бойдмейл не работает. Но прикол в том, что у других героев работает по-другому абсолютно, то есть они получают урон в любом случае. То есть это такие два героя уникальные, грубо говоря. Давайте я покажу пример с Леоном. Если юзает пуш бойдмейл, мы ультуем, урон получаем. Все правильно, то есть ульта у него работает. Сейчас нам нужно будет убить Пуджа с ульты. Давайте я сделаю вот так вот. То есть сейчас... Push юзает будет Mail, мы, мы его убиваем, но урон мы все равно получаем. То есть все герои получают, кроме этих двух. Возможно, это любимчики Валевы. Еще я вспомнил, кстати, друзья мои, еще, да? У нас же есть свой чат, не забывайте про него. Нажимаете каналы, обычные, здесь вводите ArxPlay на английском языке. Тут появляется чат, нажимаете и входите. В этом чате мы общаемся без цензуры. Также вы сможете найти с кем поиграть и самое главное, с кем пообузить. В нормальное время здесь онлайн под 150 человек.